говорили, что как раз могу я попытаться поработать именно со с нижней третью. Потому что щечки вот здесь, я вот здесь я вести не могу, мы утяжелим. Сделать вот сюда, а у меня здесь смещения никакого нет, у меня нет вот этой пустоты, которую мы при птозе пытаемся, да, заполнить. Тут показаний нет еще для коррекции орбитальной средней трети. Оно фиксировано там, вот, возможно, фиброз постоперационный образовался. Я понимаю ваше желание, что вот я хочу вот так вот, но я не могу как карандашиком нарисовать, ластиком подтереть, затонировать, заретушировать. Все, что я могу, я постараюсь. Постараюсь вот носогубную складку, постараюсь немножко вот здесь, постараюсь губы, то, что вы, да, сказали? А что с губами? Да, вот с губами. Ну, как-то они у меня уже старческие, впавшие. То, что попытаемся, пройдем носогубочку, да, чтобы оно вот все-таки не опускалось. Пройдем овал и чуть-чуть немножко сделаем акцент на губы, но не на длину. С возрастом, я прошу прощения, что мы это к вам применяем, нет, да, не слово обижаюсь. С возрастом. Длина и так больше, чем в более молодом возрасте. И вы должны это помнить. Правильно нас предостерегли, чтобы не было вот так вот растянуто, когда забывают о том, что более длинная верхняя губа становится и корректирует прямо от уголочков, получается вот такой растянутый, некрасивый. Там акцент у пациентов, у которых уже как бы длина чуть больше, она практически по зрачковой линии, она должна быть на сантиметр меньше, чем зрачковая линия, заканчивается угол комиссуры. Мы делаем акцент не по всему, а только по центру. Понятно? А углы вообще не трогаем. Мы зашить рот не можем, сократить мы его не можем. Да, поэтому мы должны дать акцент, визуализировать на центральную часть, чтобы от этого внимания убрать совсем. Вот смотрите, это волюм. А почему здесь волюм? Армирование не делаю. Структурности мне никакой не нужно. Держать жестко нечего. Мне нужно деликатно и больше скорректировать вот эту вот неравномерность объема. Филлер сложнее распределиться. А волюм легче займет вот эту пустоту, которая есть. Поэтому волюм. Собираем шприц. На сокуку у нас что было, напомните? Что-то я вот не помню, ювидерми сюда колю, либо сфинитры, что там они колят. Одно колят кололи повыше, другое пониже. Но это очень давно. Это даже и больше год. Не год, а больше. Я вообще редко очень колола, наверное, раза два всего на все. Если что, на экране довольно крупно. Не. Я не попадаю. Как ты думаешь, на поршень сопротивление сильное или не очень? У волюма меньше. Филлер сильнее. Больше, да? Да, блин. Нет, вниз. Понятно с тобой? При повороте, да? При развороте. Отпечаток пальчика. Капельно или нет, плавно? Нет, плавно, равномерно. Да. И вот вам сразу линия.